В этом видео вы узнаете, что такое уникальная ссылка, зачем ее нужно использовать и как ее создать. Сразу после активации аккаунта для вас будет автоматически сформирована реферальная пригласительная ссылка на общем домене. Найти ее можно в разделе «Рекламные материалы». Эту ссылку вы уже можете использовать для приглашения партнеров и передачи благотворительной эстафеты. Однако в процессе работы, при использовании реферальной ссылки на общем домене, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. А именно, из-за массового использования одновременно многими участниками, эта ссылка может блокироваться в социальных сетях. Например, в Одноклассниках вам могут просто не разрешить добавить эту ссылку к сообщению или публикации. А ВКонтакте, после того, как вы опубликуете ссылку, при переходе по ней ваши потенциальные партнеры могут увидеть следующее сообщение, то есть не смогут автоматически перейти по ссылке и не попадут на сайт всем миром. Есть лишь один способ решить эту проблему – сделать вашу ссылку уникальной. Уникальная ссылка – это аналог вашей реферальной ссылки, но при этом вы имеете возможность самостоятельно определить, как именно она будет выглядеть. Выберите для своей ссылки красивое и легко запоминающееся имя. Это значительно упростит процесс передачи информации потенциальным партнерам, а ваши приглашения станут в разы эффективнее. Что же дают вам уникальные ссылки? Использование уникальных ссылок делает ваши пригласительные ссылки короткими и привлекательными. Помогает избежать блокировки ссылок с социальными сетями. Маскирует логины реферальных ссылок и исключает их удаление потенциальными партнерами. Что это значит? При вставке вашей реферальной ссылки в строку браузера потенциальный партнер может случайно или намеренно удалить логин, что приведет к потере партнера. Обеспечивает легкий набор ссылок при передаче визуально или на слух. Например, если вы скажете по телефону или покажете на визитке свою ссылку, к примеру, eva24.ru, то ваш потенциальный партнер даже не будет задавать уточняющие вопросы. А если вы будете говорить партнеру ivanov.wholeworld.pv, то это будет сложно воспроизвести по памяти, и тем более на слух будут непонятны буквы. Использование уникальных ссылок помогает избежать попадания ваших сообщений в спам. Как именно она помогает? Ваша уникальная ссылка не будет использоваться никем, кроме вас. Таким образом, только вы сами влияете на ее репутацию, что помогает минимизировать риск блокировки вашей ссылки спам-фильтрами. Использование уникальных ссылок позволяет вести раздельную статистику по каждой рекламной кампании. Стоит отметить, что вы можете создать неограниченное количество уникальных ссылок и использовать их для разных источников трафика, определяя с помощью статистики наиболее результативный. Далее мы вам покажем, как быстро и легко создать свою уникальную ссылку. Войдите в раздел «Уникальные ссылки» в своем личном кабинете и перейдите к форме выбора названия уникальной ссылки. Ссылка предоставляется вам сроком на 1 год с правом последующего продления. Стоимость услуги зависит от выбранной доменной зоны. Начиная с ноября 2015 года, все участники, оказавшие ежегодную финансовую помощь, получают одну уникальную ссылку в доменной зоне .ru бесплатно. Придумайте для своей ссылки красивое и легко запоминающееся имя. Вдумайтесь в эти слова. Красивое и легко запоминающееся. Не нужно превращать свою ссылку в абракадабру, которая будет отпугивать ваших потенциальных клиентов. Чем короче ссылка, тем легче ее запомнить, передать устно и воспринимать глазами. Не бойтесь экспериментировать, подбирайте с цифрами, подбирайте такое имя, от которого вы сами будете в восторге. Запомните, вы это делаете для себя и своего будущего, а не для дяди или для галочки. Уделите выбору имени столько времени, сколько потребуется. Вас никто никуда не торопит. Напишите имя в поле и нажмите кнопку «Проверить доступность». Система выведет результаты проверки ниже. Если на нужном домене имя занято, то можете указать другое имя и повторить проверку доступности. Если же вас все устраивает, выберите нужные имена и поставьте галочки в чекбоксы напротив нужных доменов. Система сообщит сумму к оплате. Если у вас есть право на бесплатное получение выбранного домена, то сумма к оплате будет равна нулю. И для получения уникальной ссылки вам будет достаточно просто нажать кнопку «Создать уникальную ссылку бесплатно». В остальных же случаях оплата производится с привязанного к вашему аккаунту кошелька Wallet One. Для успешной оплаты на балансе вашего кошелька должна быть необходимая сумма. Текущий баланс вашего кошелька вы можете увидеть здесь. Если у вас есть достаточная сумма на кошельке,
нажмите кнопку «Я пополнил баланс», произвести оплату прямо сейчас. А если средств на кошельке недостаточно, то выберите удобный способ оплаты среди представленных и произведите платеж, следуя подсказкам системы. Список способов оплаты, предложенных вам на странице, будет автоматически отфильтрован по географическому признаку. В нем будут представлены наиболее удобные способы оплаты для вашей страны. Если же среди предложенных способов все-таки нет подходящего, то нажмите ссылку «Показать все способы оплаты» и выберите удобный для вас. Не пугайтесь, что сумма к оплате указана в долларах США. Вы можете произвести оплату в любой валюте – рублях, гривнах, тенге и другой. При этом система автоматически произведет конвертацию ваших средств в доллары США по курсу обмена платежной системы на день оплаты. Для того, чтобы узнать сумму к оплате, например, в рублях, просто кликните по нужному способу и следуйте подсказкам системы. Самым удобным, быстрым и экономичным способом является онлайн-оплата с банковской картой Visa или MasterCard. Если у вас есть банковская карта и на ней имеются денежные средства в любой валюте, просто кликните по соответствующей иконке и в открывшейся форме введите платежные реквизиты своей карты. Далее подтвердите совершение оплаты защитным кодом, который поступит вам по SMS. Откроется модальное окно с сообщением об успешной оплате. Ваша уникальная ссылка заработает после обновления DNS записи домена. Как правило, это происходит в течение нескольких часов, но в некоторых случаях может занять до 72 часов. Как только ссылка станет активна, вы сможете ее использовать для приглашения в интернете. Посмотреть все свои уникальные ссылки вы можете в этом же разделе. Вы можете создавать еще больше уникальных ссылок и продлевать существующие или истекшие. О том, как продлевать уникальные ссылки, вы узнаете из соответствующего обучающего видео. Если у вас что-то не получается, вы можете обратиться за помощью к своему информационному спонсору и другим вышестоящим партнерам, которые напрямую заинтересованы в вашем успехе. А также вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки или к онлайн-консультанту. Подробно опишите свою проблему, и мы вам обязательно поможем. А теперь вы можете приступить к созданию своей уникальной ссылки.